Горящие глаза, широкие улыбки, самые искренние аплодисменты. На один день эта спортивная площадка, расположенная в микрорайоне Купеленко, превратилась в самый настоящий развлекательный центр. И неспроста. Здесь с размахом отметили День защиты детей. Более сотни мальчишек и девчонок, самых маленьких жителей Купеленки, собрались на это торжество. А возможным оно стало благодаря усилиям местной управляющей компании. Мы хотим, чтобы наши маленькие жители были защищены, чтобы они чувствовали себя комфортно в нашем микрорайоне, чтобы они любили место, где они живут. Программа праздника самая разнообразная. Каждый нашел себе развлечение по душе. Здесь можно было напрыгаться на батуте, поучаствовать в увлекательных играх с веселыми клоунами и фокусниками, спеть и станцевать со сказочными персонажами. Только пальцы велики, пальцы людям дорогие, пассатижи, свежной инструмент. Кроме того, любой желающий мог принять участие в мастер-классах и в полной мере проявить себя в творчестве. Вооружившись подручными средствами и не сдерживая фантазию, ребята придумывали что-то яркое и креативное. К примеру, местная жительница Алина решила внести индивидуальную нотку в свой гардероб. Я себе сделала колечко и кепку разокрасила. Это мой первый опыт что-то делать своими руками. На празднике царила легкая, непринужденная атмосфера. На стороне ребят была и прекрасная погода. Светило яркое солнце и дул уже по-летнему теплый ветерок. Так что решительно все располагало к общению и радостному веселью. И главные герои торжества наверняка еще надолго запомнят этот день. Мне кажется, это весело. Косочка проснулась. Впечатления такие веселые. Остались довольны и родители, которые с улыбками наблюдали за своими детьми. Праздник вполне прекрасный, мне нравится. Сегодня очень весело. Много аниматоров, чего раньше не наблюдалось. А сегодня прям здорово. Налаживаются коммуникации среди детей, приучаются к позитиву, эмоциям. Мне кажется, очень важно. И у нас постоянно здесь праздники. Мы знаем уже, общаемся, все соседи. И благодарить действительно есть за что, ведь на празднике ни на секунду не замолкали звуки детского смеха, который, как известно, самая лучшая музыка на свете. А это значит, что праздник для юных жителей Купеленки удался на славу. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.